Всем привет, ребят! Сегодня мы на основе. Сегодня у нас есть акция на трату. Это пират. Одна из самых топовых акций на трату, где мы добываем кулачки и разные плюшки. Также у нас сегодня вот такой вот набор сокровищ, с которого вы можете получить сет рун Prime 5 уровня. То есть тут топовые рунки падают. Самое основное, почему я брал, это грубая сила плюс 20 осколков огнекрыла. Так, забираем эти ништячки, получить все, есть, забрали. Так, дальше у нас идет кузница есть, и пойдем ролить 200к. Так, ну тут нам это нафиг не надо, исцелений хватает, рибит, а вот это лучше забрать, подтвердить, окей. Забрали. Дышка 50 штук. Шанс слива. Понятно все. Так, смотрим, что у нас там дышка. Какого уровня уже. Так, 28, 160, 30 еще не хватает. Окей. Хорошо. Так, у нас надо тут сделать маленький рейлинг. 6 гаргулов, 100 кулачков, отлично. Забираем еще. Так. Раз. Еще 100. Есть. Так, ледышку забрали. Почти 31, почти 9 скилл будет. Идем в жару. Тут, конечно, ничего мы за один пак не выбьем. Это и так понятно. Сейчас посмотрим, какой шанс. Так, золотой ключ. Карта смены чар. Такое себе. Так, есть, забрали. Так, фонтанчик, понятно все. Получить, отлично. Ну что, поехали. Самое основное, вот он, пират. Так, у нас тут поменяли, уже падают эмблемы руны, их и так у меня хватает. Но нету красных кристаллов, я надеюсь, они их скоро добавят. Уже падают прайм руны, рибит. А тут все без изменений. Нет, все-таки добавили сюда. Ну, поехали. По 1200, 311 у нас до 211. Открываем, посмотрим. Так, сумочки питомцев у нас тоже донатные уже падают. Тоже их сюда добавили, их не было. Так, а что по кулакам? По кулакам все печально. Так, сундучок, 500 кулаков. Да, все. Похерили у нас еще дополнительно. Так, что у нас получилось? 500 кулаков за одну попытку. За один забор. Мало. Очень мало. Так. Ну, смотрим. Так, 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 так. Да. Кулаки отсюда полностью похерили. Потому, вот 1500 упало. Видимо, поняли, что надо прекращать эту халяву. Так, поехали дальше. Ну, как-то так себе падает. Получить 505 кулаков. Ну, такое себе. Да и плюс тут падают всего лишь третьи эти. Как-то тоже не очень. Если бы четвертый еще, да. Ну, посмотрим.
Я, в принципе, третий у себя пооткрывал, там психощитов нападало, ремок нападало. Так. Так. Отлично. Поехали дальше. Ну, сумки начали давать, но это... Тут самое ценное это были кулаки. Это самое ценное, что здесь было. Ну и плюс эти сундуки. Сейчас посмотрим, сколько нам упадет их. Опять максималка получить. Так, есть. Откроем плюшки тоже все. Так, ну не знаю, уже по-моему это, конечно, она лучше, чем все остальное, но не особо она уже радует на трату, честно говоря. Вот камешек достали, первый камешек достали, где-то 30к, за 40к даже. Теперь хотелось бы где-то еще красных этих, три карты получили. Третьей карты пока у нас, к сожалению, еще нет. Так, окей, отлично. Поехали перейти. Ну вот, 1500 дали. Два сундука еще дали. Возможно, не все так плохо, как кажется. Так, окей, получить. Вот было бы неплохо, чтобы они сделали сразу в инвентарь, в склад. На почту это, конечно, плохая затея. И приходится очень долго с этим играться. Так, окей. Да, конечно, разбавили они очень его разбавили. Вот есть третья карта. За 60к упала даже. Если прошлое РЖ я доставала на реже падала. Намного. С каждой соточки примерно. Так, окей, отлично, забрать. Так, поехали дальше. Нон-стоп. Так, есть. Вот, наконец-то единственный сундук упал за 70к. Да, это как-то жестко, причем там третья руна всего-то. Надо бесплатно. Опа, да ты что? Ничего себе. Значков почета нам подкинули. Так, отлично. Дальше. Не знаю, сейчас посмотрим в итоге, что у нас за первую соточку упадет. Ну, как-то... Хотя, в любом случае, это дешевле и лучше, чем все остальное на трату. Для прокачки аккаунта это... Даже при таком дропе это все равно считается одна из топовых акций. Если вам надо, допустим, на кагашке, то тогда лучше уже в этом. А в молотках Бога Грома там дают
нормально пропусков. Заодно героя можете прокачать на волнах и на подземках. Так, отлично. Отличненько. Есть. Вот 1к еще дали. Возможно, не все так плохо. Сейчас посмотрим. В прошлый раз нам за 200к получается. За 200к давали, по-моему, 50 где-то тысяч. Если не ошибаюсь. А кулаков. Сейчас посмотрим, что нам за соточку упадет. Так, окей. Получить. Давайте еще разок забьем и посмотрим, что у нас поменялось. Так, забили. Получить. Окей. Смотрим. Так, 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 так. Вообще херня. 21 тысяча за сотку. Это за 200 получается где-то 40 тысяч. Фигня полная. Так, окей. Использовать. Использовать. По картам, поэтому всему я не смотрел, по-моему. Ну, тоже походу порезали все. Так, один камешек мы достали, одну карту. Так, сет рун. Ну, давайте посмотрим. Грубая сила третья. Бастион. Ну, такое себе. 16 сундуков. Да, все-таки порезали. Поехали дальше. Поехали дальше. Так, не сюда, сюда. События перейти. Сейчас мы быстренько нарылим. Да, интересно, еще выбьем карту за соточку или нет. Ну, все же даже так 20к за сотку вы никогда на роли героев столько не заработаете. Плюс куча топовых плюшек. Так, забили. Поехали дальше. Интересно, какой у нас будет базар на выходных, что они добавят. Скорее всего, можно будет... О, отлично, еще один камешек. Половину огнекрыла собрать, думаю, можно будет. На рынке посмотрим. Интересно теперь посмотреть, насколько некрос будет обесцениться с выходом этого героя. Я бы на их месте, честно говоря, держал бы героя марку, то есть в одной ценовой политике не менял. Тогда, возможно, было бы как-то интересно играть. Сейчас этого хлама полно, а на некоторых серваках там вообще полная трэш делается. Так, 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 так. Так. Сейчас еще немножко помучаемся.
Интересно, как в этот раз кулаки упадут с этих сундуков. Так, окей, события, перейти. Ну, два камешка упало уже, тоже, в принципе, неплохо. Еще бы одну карту вытащить. Три камешка упало. Отлично. Отлично просто. Теперь надо найти на эти, там, сколько у меня, 15-16, 1,5 миллиона красных кристаллов. 1,5 миллиона, ребят. Чтобы прокачать сеты. А на все сеты я просто молчу. Сколько это надо играть, бегать. Если в день там, грубо говоря, неделя надо на один сет. Не, неделя полного фарма КБшки. Ну, придется этим заниматься. Вариантов особо у нас нет пока на русском сервере. Так. Ну, сундуки эти Prime тоже что-то падают. Очень говняно. Самое главное, чтобы кулаки пока падали. Так, еще 150к осталось. Говорю, 150-50. Так, отлично. Все. Получить. Окей. Так. Ну тут, конечно, карт смены падает неплохо из сундуков с осколками. Интересно будет добить и открыть. Сколько нам... Сколько мы сможем донатных героев вытащить. Вот это интересно, думаю, будет. Нафармить по 10 тысяч. По 9999. Так, перейти, окей. Так. Хорошо, что я посливал эти подарки значками почета. Надо их периодически сливать, потому что просто места нет, они очень падают здесь хорошо. Так, еще немножко, еще немножко, еще чуть-чуть, 30к осталось. Так, окей, забрали. Так. О, ничего себе, 1,5 штуки сразу сыпануло. Еще штука. Огонь просто. Еще 500. Да-то что? Получить. 3,5. Это топчик. Это однозначно топчик. Так. Возможно, не все так плохо. Смотрите, как начало сыпать кулаки. Огонь. Добить 1 миллион, что ли. Я, в принципе, толку его добивать. И так насобирается. Я уже поперекачивал, кого только мог. Акция по-любому еще будет. Может, что-то поменяют. Так. Ну, в принципе, здесь тут надо только по 12к на героя. Сам игрун у нас уже просто дохренище. Как и синих, зеленых камней. И остальных. Так, ну начало падать. Падать начало. Черный домчик проснулся. Сколько тут кулаков? Ну, тут 1,5 за раз упало. Ну, добиваем финишная прямая. 2 заходика. И смотрим. Получить.
Насыпала, конечно, нехило. Ну, давайте еще разок. Идем открывать топовые плюшечки. Так, отлично. 500. Так, есть. Есть, поехали. Смотри, что у нас получилось. С этого всего за 200к. Так, там было, по-моему, 21 с чем-то тысяча, еще 26. Ну, где-то приблизительно плюс-минус одинаково осталось по кулакам. Получили 50к кулаков. В принципе, неплохо. Так, смотрим дальше. КГшки 94, ну, у нас было там где-то 70, тоже где-то плюс-минус одинаково. Ну, короче, где-то плюс-минус как прошлое, но чуть-чуть хуже. Чуть-чуть урезали дроп. По картам однозначно урезали, это заметно. Так. Коробки, руны у нас 119. Сейчас посмотрим, что у нас выпадет. 17 камней. Эти тоже урезали карты смены чар. Так. Идем дальше. Карта одна осталась, я ее пока оставлю. 34 сундука. В принципе, если так, тоже чуть-чуть урезали. Где-то на 10% приблизительно урезали. Так, 980, 223. Что там у нас еще? Вот таких вот 27 нападало. 95, 86, 128. Вот мы собрали 78 сумок питомцев. Ну, херня по сути. Очень мало. Очень даже. Сейчас мы их тоже откроем. Так, все вроде с этим разобрались. Что у нас еще? Так, добавилось 8207, ну такое себе. Тут еще сумки питомцев добавились, яйца 2900. Я, честно говоря, даже не смотрел, сколько там было. Так, одна карта. Ну что, поехали открывать. По 10 будем открывать. Так, две коробочки. Карта, сет. Уныло, уныло. Очень унылая награда. Три коробки. Тоже так себе. Вот 5к кулаков, камни. Ну, тоже здесь, по-моему, порезали. Да, тоже здесь порезали дроп. Как видите, больше падает расходников. Ну, такое себе. Я бы не сказал, что особо там круто это. Так, что у нас получается? С 30 тоже 5к кулаков. В общем, кулаки они отсюда реально все порезали. Это печально. Так, ну, в принципе, все. Вот такие вот у нас были сегодня, ребята, пираты. Не знаю, радоваться или нет, но, честно говоря... Опять похерили халяву. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки. Всем пока.